гаспадыня Алтын. Вон дынька красавица. То ли болезнь, то ли сожгли. Пятнадцатое мая сегодня. День подошел к концу. Дыня цветет. Появляется помимо мужских цветков уже и женские цветочки. Сегодня мы последний раз кормим НПК 20-20-20 плюс микроэлементы. А затем уже, когда плод будет размером с апельсин, будем давать калий для формирования плодов. Китайцы так делали. Угу. Вот и дынечки у нас маленькие есть. Пряталась дынька наша.
Сергеем.